путешествие начинается. Мы едем на Аэроэкспрессе. Так, мы выгрузили из метро и сейчас направляемся в сторону нашей гостиницы. Мы заселились в отеле и идем по улице Щербаковская. Так, мы уже в теннисном центре. Смотрим на разминку на других кортах. Скоро буду играть я. Москва, Люблино, работаем. Вот это то самое место, ради которого мы сюда приехали. Так, нас привезли в центр Москвы, Смоленске. Садовое кольцо перед вами. Мы решили попытать судьбу. Идем прямо по рельсам. Как будет, так будет. Вы думаете, что мы только ходили по ресторанам и все там потребляли, то нет, мы сами умеем прекрасно готовить. Вот прекрасно поужинали, это еще остатки от былой роскоши, было больше. Так, мы в Измайловском парке, хоть немного, но мы сюда заглянем. Пока здесь, конечно, не лето, смотреть нечего, деревья без листьев. Ну, вот такие вот пейзажи, видите. Приехали в центр. На улице Никольская пока что. Красота только начинается. Ветошный переулок. Мы прорвались на территорию Кремля. Исторический музей. Мавзолей. ГУМ-каток. В ЦУМе, друзья, как говорил Задорнов, это цены или номера телефонов. Никитский бульвар, арка. Немного шикуем. Шоколадная Прага, торт. Мы пришли к Москва-Сити. Сейчас думаем, в какой из башен купить себе квартирку. Подбираем. Есть не только трамваи с гирляндами, но и автобусы тоже. Вот один из них. Вот такие билеты нам вручили. Поднялись на верхний этаж, очень холодно. Это у нас наступило 9 число. Мы переселились в другой отель. Называется Радуга, он не для геев. Но тем не менее, смотрите, какие тут занавески. Здесь снимали фильм «Ночной дозор», в частности. А там музей космонавтики. Мостик на ВДНХ, отсюда все видно хорошо, все как на ладони.